Всем привет! Сегодня я покажу небольшую подборку с интересными автотоварами, которые могут вам пригодиться. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах, а в конце, как всегда, конкурс с денежным призом. Это мощный пауэрбанк, который выручит в сложную ситуацию. С помощью него можно зарядить смартфон, ноутбук и прикурить автомобиль. Например, в зимнее время это незаменимый гаджет, так как в сильные морозы ваш аккумулятор может не завести машину. Емкость данного пауэрбанка 12 800 мАч. Также в нем есть достаточно мощный фонарик, который пригодится, если на улице темно и вам нужно подсветить. Отзывы про данный гаджет только положительные. Кстати, все ссылки на товары из видео будут в описании. Сейчас мало кто пользуется дисками в машине. Все перешли на флешки, но у многих остались магнитолы, которые также читают и диски. Я нашел достаточно интересный держатель для смартфона. Такого крепления я раньше нигде не видел. Вместо диска вставляется данный держатель, то есть не нужно ничего клеить и тому подобное. Очень удобно и надежно, огромное количество заказов более 1000. Перчатки со светодиодной подсветкой, очень полезный товар. При ремонте машины бывает нужно подсветить или добраться в труднодоступное место. Также намного проще, не нужно в руках держать еще отдельный фонарь. Применение таким перчаткам найти легко, более 4000 заказов. Щетка для очистки лобового стекла – очень удобное приспособление, можно легко дотянуться до любого угла. Особенно такая щетка идеально подойдет для заднего стекла. Без нее нужно очень сильно постараться, чтобы протереть все заднее стекло. В дороге нужно всегда следить за давлением в шинах, поэтому вот популярный манометр, который покажет, какое давление в каждом вашем колесе. Потому что если ездить с неправильным давлением, то может сокращаться срок службы шин и увеличиваться тормозной путь. Цена чуть больше 200 рублей и более 1000 заказов. Противоугонка для руля в виде биты. Сейчас очень часто угоняют машины, но с такой штукой шанс угнать становится немножко меньше. Да и плюс такой штуки, что ее можно использовать как биту. Сделана она из металла, так что голову проломить сможет. Такая противоугонка очень заметна и сразу бросается в глаза грабителю, поэтому может его отпугнуть, ведь на то, чтобы ее открыть, уйдет немного времени. Сейчас на улице очень холодно и приятно сидеть на теплом сидении автомобиля. У многих машин есть подогрев сидений, но далеко не у всех. Я нашел такой вот набор накладок с подогревом, которые отлично справляются со своей задачей. В наборе два передних сиденья и задний диван. Питание происходит от 12 вольт, можно запитать проводку автомобиля, а можно подключиться к прикуривателю. Цена вполне адекватная, чуть больше 1000 рублей. С многими случалось такое, что на трассе отлетают камушки в лобовое стекло и получается маленький скол. В некоторых случаях лобовое стекло могло вообще треснуть. Я нашел набор для ремонта лобового стекла, который позволит устранить скол и предотвратить его расхождение по всему стеклу. В комплекте подробная инструкция, которая поможет разобраться с последовательностью действий. Практически 2000 положительных отзывов. Часто можно заметить, что под ногами водителя остается сильный след на коврике от пятки ноги, который со временем протирается в дырку. Менять постоянно коврик как-то не очень хочется. Но я нашел такую вот металлическую штуку с резиновыми вставками, которая предотвратит протирание коврика. Бывает такое, что штатного подогрева стекла не хватает и оно сильно потеет. Поэтому я нашел вот такой вот обогреватель переднего стекла, который подключается с помощью прикуривателя. Крепится он на торпеду автомобиля. Теперь ваша проблема с запотевшим стеклом решена. Огромный набор инструментов для вашего автомобиля. Тут множество различных ключей, накидных головок, несколько трещоток и многое другое. Такой набор можно подарить на день рождения. Просто замечательный подарок. А еще огромный плюс, что всю эту кучу инструментов можно переносить в небольшом чемоданчике. Да и все будет лежать на своих местах, а не валяться по всему гаражу, как это обычно происходит. Липучки – очень полезная вещь для вашего автомобиля. С помощью них можно закрепить огнетушитель в багажнике, какие-то сумки, инструменты, все что угодно. А то зачастую все летает по всему багажнику. Более 2000 заказов. Универсальная насадка на выхлопную систему автомобиля, которая будет подсвечивать выхлопные газы вашего авто. Смотрится очень прикольно и стильно. Окружающие будут смотреть в недоумении, будет как в фильме «Форсаж». Руль с подогревом, что может быть лучше в зимнюю погоду? Не ездить же за рулем в перчатках.
Поэтому придумали такую накладку на руль, которая согреет ваши руки. Питается она от прикуривателя, так что можно зимой поездить, а на лето ее легко можно снять. Накладка греется не очень сильно, как многие подумают, просто теплый, приятный руль. Более 100 заказов на сайте. Пленка для автомобиля поможет сохранить ваши фары, бампер, зеркало и тому подобное от различных сколов. Продавец предлагает различные размеры пленок, так что каждый сможет выбрать подходящий вариант. Пленка достаточно легко клеится, почитав пару инструкций, каждый сможет ее приклеить. Чехлы для резины – отличная и полезная вещь. Они помогут вам перевести колеса в машине, при этом не испачкав весь салон. Также есть специальные ручки для удобного переноса и есть рисунок, который показывает, что это за колесо, например, переднее левое. В таких чехлах хранить резину можно хоть в квартире. Болты на номерах автомобиля смотрятся не очень красиво, поэтому продаются такие стильные заглушки. Продавец предлагает огромный выбор различных цветов, рисунков, марок автомобиля, все что только может быть. Удобные крючки для перевозки небольших сумок и пакетов крепятся к подголовнику, выдерживают до 2,5 кг, более 2000 заказов. Для тех, кто не любит ездить в очках, придумали антибликовый солнцезащитный козырек, который справляется не хуже солнцезащитных очков. Также помимо антибликового есть еще желтый козырек, который предназначен для езды в темное время суток. Он увеличивает контрастность и видимость в плохую погоду. Забавная наклейка на заднее стекло автомобиля поднимет настроение как вам, так и сзади едущим машинам. Милая собачка машет хвостиком. Очень круто смотрится. Друзья, чтобы купить товары из видео со скидкой в 3%, нужно всего лишь воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshop. Кто не знает, Letyshop позволяет вернуть часть денег с каждой интернет-покупки и не переплачивать за рекламу этих товаров. Лично я пользуюсь уже давно и экономлю хорошие деньги. Также можно экономить и в других магазинах, как китайских, так и в магазинах вашего города. Их более чем 900 штук. Чтобы узнать подробнее, переходите по ссылке в описании. А теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки будут в описании.